Всем привет! Зовут меня Александр. Сегодня хотел с вами поделиться небольшим видеообзором о моем новом приобретении под названием Pan Flash Guard. Этот предмет предназначен для отвода безвоздушным методом покраски от отвода стен и потолков. То есть стены есть покрашены в один цвет, потолок в другой цвет, чтобы не запачкать, чтобы не клеить малярную ленту. Вот эта приспособа, будем так называть ее, она для этого и предназначена. Поставлялась она только в льняном мешочке. Также вы его можете купить в другой немножко комплектации. У меня она полностью пустая, но вы здесь можете приобрести также с соплом, который вам нужен, и с удочкой. Но так как у меня эти вещи есть, то я пусть купил ее просто одну пустую вещь. Оно разбирается буквально на три части. Сам этот ограничитель, соплодержатель и сама направляющая для распыла краски. Ну вот, все, больше в нем ничего нету. Вещь простая в эксплуатации и простая в работе. Ну вот. У своих коллег спрашивал, все в один голос, что говорят, что не стоит ее покупать, так как когда постоянно пользуешься и краска, когда постоянно льется, это большое помещение, и надо его отводить, то постоянно краска будет литься с этого круга. Не знаю, еще не успел ни разу покрасить. Ничего про это не могу сказать. Обязательно сниму ролик. Либо скажу вам, что это так, либо это не так. Но даже если что-то так, я думаю себе что-нибудь примастерить, чтобы краска лилась именно в эту баночку там, или что-то еще. Ну, будем что-то думать. Так как вещь нужная, не надо будет постоянно обклеивать малярной лентой стены либо потолок, и можно не рисковать, что оборвется либо краска, либо со шпаклевкой отойдет малярная лента. Так что вот так. Ну, вроде бы на этом все. Кому интересно, пишите, отвечу, расскажу, где его купить, и подскажу человека, который может вам его помочь приобрести. Все, всем пока!